since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away. Всем привет! Ну что, мы сейчас только пришли с прогулки, и сегодня приезжает мой муж с командировки. В понедельник уезжал, сегодня у нас пятница. Сегодня вечером приедет, у нас сегодня чинки планы. Я сегодня хотела, знаете, не просто так встретить там, пришли и все. Сейчас я хочу с вами вместе будем готовить стол. Сегодня я хочу приготовить оливье, возможно, цезарь, не знаю, Джинг. Сейчас пойду за продуктами с детьми. Мы сейчас пришли и погуляли, но гулялись там такой санцепёк сегодня, ужасно жаркая погода. Вот, выкинули мусор, купили не все, потому что мне было просто элементарно тяжело нести. Я купила картошку, виноград, я купила сыр. Единственное, что мы выложили, это дыня, потому что я перепутала карточки, и в итоге у нас денежек не хватило. Мы купили достаточно мало. И сейчас мы пойдем второй раз. Вот, сегодня хочу сделать хоть что-то приятное. И, знаете, так, что-то интересное, чтобы было как-то приятно, чтобы посидеть так, чтобы была, знаете, фруктовая тарелка, нарезка там колбаски, сырка, салатики. Что-то мне вот такое хочется, легенькое, но что-то такое праздничное устроить. Поэтому сегодня сейчас я этим буду заниматься. Сейчас я быстренько пью свой кофе, чуть девчонки, надо маникюр переделать, он просто горит у меня вообще, уже очень сильно отрос. Вот, и сейчас мы с вами вместе пойдем. Я пойду покупать продукты, потом покажу, что куплю. Сейчас мы только зашли, потому что часа два мы уже прогуляли на этой жаре, уже очень реально жарко как-то там. Вот, и сейчас мы как раз-таки пойдем за продуктами. Мне нужно купить огурцы, колбаса у нас есть чуть-чуть. Ну, посмотреть вообще, что там есть, и уже прийти и начать готовить. Потому что хочется мне заранее начать это все делать, и чтобы прийти уже на, ну, практически на все готовое. Да, там не целиком полностью, но хоть чтобы какая-то часть была. Еще надо навести порядок перед тем, как он придет. Поэтому сейчас у меня вот такие планы. Меня девчонки спрашивали, что у меня за рюкзак. Сейчас я вам покажу, девчонки, рюкзак у меня. Тут против света, наверное, плохо видно. В общем, покупала в Карри. Я не нашла видео, хотела найти, дать ссылочку, не смогла. Покупала в Карри в прошлом году 3 сумки. Одна из них была рюкзаком. Девчонки, ношу и зимой, и летом. Просто шикарно. Выдерживает очень много, ни разу не порвался. Здесь типа натуральная, наверное, кожа, не знаю. Стоил он тогда 1002. Вот, отличный рюкзак. Постоянно ношу и с пуховиком, и сейчас, и с детьми. Это очень удобно, потому что можно взять сумку, еду какую-нибудь, там перекусы, водичку обязательно, какие-нибудь пакеты я туда обязательно кладу, чтобы были, чтобы за продуктами ходить. Вот, всегда туда кладу, поэтому, девчонки, мне очень нравится рюкзак, очень приятный такой на ощупь. И очки, девчонки, в Карри тоже брала, когда, год назад, получается, две пары, вот сейчас хожу вот только вот с этими очками, все сразу лохматые, девчонки, вчера накупались все, потому что у нас, говорю, нету горячей воды, вчера прям был у нас банный день, вот, и в Карри покупала, но сейчас что-то хочу другие, что-то эти мне уже как-то надоели, и в Карри не хочу, потому что там очень дорого в последнее время, вот, и сейчас я уже побежала, а потом с вами вместе увидимся. Так, решила вас немножко поставить, немножко включиться. Потом уже делать видео, наверное, сегодня не буду выкладывать. Хочется немножко отдохнуть, а завтра уже вперед. Завтра, возможно, если будет хорошая погода, поедем загорать на прудик. Я буду очень рада, потому что это будет наш первый выгул. Наш первый выгул за этот год. Поэтому хочется выбраться, посидеть на свежем воздухе, просто поотдыхать. Чтобы не было машин рядом, чтобы была просто природа, чтобы можно было завалиться на землю, на травку и просто посидеть, покайфовать, отдохнуть хочется. Мне тоже очень сильно надеть купальник и детей пустить плавать. Но плавать, наверное, не пойдем, просто вот так вот, не знаю, на природе посидеть тоже очень хочется. Максим, показывай, что ты купил. Можно посмотреть? Нет. Вот смотрите, какая штука прикольная. Хочешь играть? Да. Да, а у тебя что есть? Хамелеон и микробы. Да. И если вы сюда заведете, такого будет в воде провод. Угу. А их надо кидать в стену. Стену кидать? Да. Подиги? Может, не надо? Надо. Сейчас пойдем. Пошли, дети. Надо так и делать. Сейчас придешь, будешь играть? Хорошо.
А мы вот это будем вместе играть? Конечно. Будете свободная касса говорить, да? Ага. Как будто вы покупаете и продаете, и готовите. Мам, мы на молочные. Сейчас будешь играть. Будешь с Юркой играть? Молодец. Давай, все, давайте. Мам, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Так, через дорогу со мной. Мам, теперь у меня уже есть животное. Ага. Новая водная игрушка, это хорошо. Так, все, сходили мы в магазин, купила хлеб, молоко, 2 десятка яиц, китайскую капусту, торпеду, филе, огурцы, колбасу, сыр, картошку, и это, наверное, еще не все, там еще что-то было. Еще у меня дома много чего есть, поэтому все не стала набирать, поэтому мне и так было достаточно тяжело это все нести, поэтому сейчас будем... Сейчас будем начинать готовить, приготавливать, и уже времени на самом деле осталось достаточно мало. Ну, что-нибудь я уже думаю, начну готовить. Ну что, девчонки, давайте начинать мотивацию на уборку. Сегодня будем готовить и заниматься кухней. Сейчас я буду готовить оливье и салат Цезарь все-таки решила, и нарезку колбаски сырка. Так что сейчас мне уйдет на это всего 2 часа. Мне пришлось очень быстро все это делать, но я старалась сделать все параллельно. Поставила десяток вариться яиц, потом еще один, и сразу, чтобы на плите. Я сейчас делаю что? Я делаю подготовку к тому, что буду варить овощи на оливье, и перед этим я, естественно, перемою всю посуду, перемою все овощи и потом поставлю вариться. И буду делать потихоньку. И потом будем жарить курочку. Тоже будет очень вкусно. Стол, на самом деле, девчонки, получился обалденный, простой, легкий и очень приятный. И очень круто то, что я, во-первых, успела. Во-вторых, я уложилась по времени. То есть мы пришли уже, все готово, все ждет. Это очень приятно, очень круто. И по времени как раз-таки мы пошли потом папу встречать на вокзал в 9 вечера. Была, кстати, жара. И еще было не темно, и это такой уютный момент, знаете, соскучились все-таки мы все немножко по папе, хотя прошло всего 5 дней, но все равно мы его хорошо встретили, он был рад тоже, по нам соскучился, поэтому мы остались полностью довольны тем, что вышли вечером. В этот день я выходила с детьми гулять 3 раза, и я всю неделю, считай, с понедельника до пятницы провела одна с детьми практически все время дома, но также гуляли, естественно, с детьми, поэтому было тоже весело, и конечно же, я ждала, чтобы муж пришел, все-таки немножко иногда помог и за продуктами сходить, и с детьми посидеть, погулять. Это, конечно же, вместе все-таки намного все веселее происходит. Поэтому сейчас мы вместе с вами подготавливаемся, и я, девчонки, не могу удержаться, потому что такая информация, мне кажется, должна быть, она актуальная, но она не касается видео, потому что хочется мне с вами поделиться, чтобы все знали, чтобы все всем раструбили, потому что я сейчас буквально спустя неделю после съемки этого видео, сейчас во время озвучки наткнулась на мошенников. У них новая схема, и я просто хочу, чтобы вы знали, чтобы вы не попадались, потому что звонят, конечно же, люди настойчивые, я просто не могу молчать, потому что мне прямо сейчас позвонили, и я нахожусь в легком шоке. Сразу начала звонить мужу, чтобы знал, начала скидывать видео, звонить маме, чтобы она знала об этом, и теперь я готова рассказать и поведать вам об этом. Я уверена, что все из вас сталкивались с мошенниками, которые звонят со Сбербанка, с ВТБ, с Тинькофф. Я думаю, что всем вам они знакомы, и от вас, и их от вас не стоит предостерегать, потому что я уверена, что все про это знают уже много времени, потому что в первый раз я с этим столкнулась, когда было... Это было 3 года назад, когда я только завела канал, я не знала тогда про мошенников. Мне сказал потом муж, когда услышал, что я говорю по телефону, я тоже, девчонки, наивная, и подумала, что звонит правда из Сбербанка, и думала, что неправда меня готова защитить, и, возможно, чего-то правда происходит, плохие какие-то вещи с моей карты, поэтому я тогда испугалась, и, слава богу, был рядом муж, который мне все рассказал, и тогда я в первый раз столкнулась с мошенниками по телефону. Сейчас дело обстоит совсем по-другому, они совсем по-другому начали звонить, и получается, что я буквально 2 недели назад видела случайно видео от юриста, которое тоже на ютубе можно посмотреть, и я тогда первый раз услышала про такое мошенничество. Звонят Следственный комитет МВД, представляются, говорят, как их зовут и так далее, и потом переписывают статьи. И получается, что они говорят, что какой-то человек,
Они говорят личность, мы его, конечно же, не знаем. А получается так, что он как будто бы пытается совершить какие-то неправомерные действия, связанные с тем, что пытается оформить кредит и так далее, и так далее. Все что угодно могут придумать. И говорят, что... Говорят, что этот человек, подозреваемый, принес в банк копии наших паспортов, копии СНИЛС, свидетельства о рождении, и как будто он доверенное наше лицо. И там хотят, естественно, узнать, мы являемся потерпевшими, пострадавшими, давали мы какие-нибудь документы, дописали ли мы доверенности на других лиц, когда мы последний раз были в банке, и они все это узнают, и получается, что это звонят мошенники. Я сама про это не знала, вкратце рассказала потом маме. Прошло 2 недели, я думала, что такого не бывает, я думала, что видео, возможно, подстановочное какое-то. И прошло 2 недели, я помню этот случай, но как-то, знаете, не приняла это все всерьез. И буквально через 2 недели мне позвонил вот сейчас мужчина, очень какой-то грубый, очень какой-то нервный, очень агрессивный, и на заднем фоне очень сильно слышен колл-центр. Очень сильно слышен, потому что я уверена, что в Сбербанке то же самое было, когда они звонили оттуда, и постоянно как будто там телефоны, 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 и это, конечно же, сбивает с толку. Мужчина слышно хорошо, и он представился сотрудником отдела МВД, сразу начал мне приписывать статье, я звоню вам по статье такой-то, они знают все наши данные, они знают, как нас зовут, возможно, паспорт, возможно, где мы находимся. Я до сих пор не могу понять, зачем они все это делают, зачем они пугают народ. Ладно, мы там взрослые, поможем все понимать, а если дети, да не какие-нибудь доверчивые старики, это, конечно же, очень тяжело, и я против, естественно, всего такого, и до сих пор не могу понять, зачем сливают наши номера, потому что, серьезно, мы, естественно, все люди, пользуемся банками, и, естественно, все мы считаем, что если мы оставляем данные, пишем разрешение о использовании персональных данных, они, девчонки, все это, получается, сливают. Это очень неприятно, и как так жить дальше, я не знаю. Самое главное, предупрежден, значит вооружен. Поэтому я вас предупреждаю, что звонки от МВД 100%, 99% являются мошенническими действиями, потому что можно потом проверить телефон, я это и сделала сейчас, и получается, что 99% того, что звонил мошенник. Они звонят с московского номера, я, получается, прослушала всю эту информацию совсем чуть-чуть, потому что я особо с ними не церемонюсь, я никогда не пытаюсь как-то с ними разговаривать, я сразу говорю «стоп, нет, все». До свидания. Есть люди, которые любят прикалываться над мошенниками, я тоже уверена, что вы таких знаете. Вот, и я, получается, услышала все. Мне сказали, что у нас статья, получается, использование персональных данных. Вам знаком такой-то человек, я положила трубку, потому что я его, соответственно, не знаю. И они, девчонки, хотят, чтобы мы перевели, получается, я как поняла, деньги на их безопасный счет, и чтобы после этого никаких проблем не было у нас. Так что предупреждайте своих родственников, знакомых, возможно, я говорю как-то сумбурно, но я сама с этим делом особо не сталкивалась и не знаю, как точно все это описать, но я думаю, что вкратце вы поняли, в поиске вводите мошеннические действия, звонят с МВД, мошенники, и мне сразу выдает куча видео, оказывается, про этот способ уже знаю давно, но я про этот способ услышала впервые, поэтому обязательно знайте об этом и предупреждайте всех своих взрослых родственников, чтобы все знали, также детей, естественно, чтобы не брали звонки, телефоны с других номеров, обязательно проверяйте номера, потому что я потом положила трубку, мне звонили буквально с того же номера, просто другая, одна циферка всего-навсего. Я все-таки надеюсь, что все будет хорошо и что никто не попадется на данное мошенничество, потому что мне действительно это прям как нож в сердце, мне очень неприятно, потому что я понимаю, что у меня есть пожилые родственники, и я бы не хотела, чтобы они оказались на этом месте, потому что они все пугливые, а звонят теперь уже, получается, не просто со Сбербанка, а пытаются нас запугать. Говорю, мне мужчина звонит какой-то вообще очень агрессивный, очень неприятный какой-то голос, очень агрессивно настроен, вот, и начали сразу
сразу же перезванивать. Это, конечно же, неприятно. И я, чтобы не портить себе настроение, всегда все-таки избавляюсь от этих номеров и не отвечаю на них дальше, не веду диалог никогда. А у нас, получается, тем временем уже почти все готово. Яйца я сварила. Я варила их по 7 штук на каждый салат. 2 порции. Одну порцию почистила, вторую сейчас тоже быстренько почищу. Сейчас я готовлю сухари. Я всегда делаю, можно из белого хлеба, можно из черного хлеба, но на Цезарь, конечно же, лучше из белого хлеба. Также добавляю соль, растительное масло и чеснок, тру на терке. Я раньше еще добавляла часто паприку, тоже получается очень вкусно. И ставим в духовку на 220 градусов, минуток на 10, и все будет хорошо. Я потом просто пальцем тыкаю, смотрю, схватилась корочка или нет. Курицу мы пожарили, я жарю ее без лука, просто с приправами для курицы. Получается просто обалденно, и самое главное добиться какой-нибудь корочки, чтобы была. Также овощи у нас варятся. Сейчас мы начинаем готовить оливье. Нарежу колбаску, огурчики. Также можно сразу добавлять туда, я считаю, горошек. Ну и овощи потом почти уже сварились, осталось совсем чуть-чуть. И будем параллельно пытаться приготовить 2 салата. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Не знаю, как вы, но я просто мое самое-самое-самое нелюбимое занятие – это чистить вареные овощи. Я вообще это терпеть, если честно, не могу, потому что сырые очень просто, легко можно начистить, а вот вареные я терпеть просто не могу это делать. Почему-то как-то все долго это, мне кажется, происходит. Хочется все это побыстрее сделать, но, к сожалению, так не получается. На заднем плане мне дети играют в кафе. Очень мне понравился набор. Мы были в красном-белом, и там продается таки набор, и там можно мороженка, всякое, коктейль, соус. Мне кажется, это очень интересно детям. Картофель фри, гамбургер, печенька. Входит набор, и детям очень понравилось играть в это. Они принимали друг у друга заказы, сидели, а я тем временем готовила. Это такое, знаете, приятное времяпрепровождение. И детям было
тоже от этого очень весело. Время поджимает, нам осталось совсем чуть-чуть, и у нас уже почти все готово на самом деле. Осталась ерунда, и оливье уже практически готов. Заправлять я буду просто майонезом, и в принципе все. На Цезарь я, девчонки, заправку в первый раз, когда вот прийти, чтобы там не париться. Я буду использовать готовую заправку для Цезаря, а когда уже на следующий день, я буду делать его сама. Это, получается, нужен майонез размешать с горчицей и туда натереть чеснок. Получается просто очень вкусно. Цвет у соуса получается такой, знаете, бежеватый от горчицы. И получается он не пресный, он очень вкусный. И, не знаю, я обожаю этот соус. Вот, и всегда его делаю в последние полгода, потому что я только зимой научилась первый раз попробовала приготовить цезарь сама. Мне очень понравилось. Использую китайскую капусту. В этот раз, девчонки, я вроде взяла хороший качанчик с виду, но внутри он оказался с такой черной прожилкой, которая проходила по всему кочану, поэтому сейчас очень много было отходов, и я психанула, решила нарезать его весь, потому что отходов много, и за один раз сразу все использовать, потому что обычно, если капуста хорошая, такая плохая мне попалась первый раз, я всегда использую ее на две порции салата. В этот раз я решила сделать на один. Помидорчики я поначалу всегда тоже делала черри, яйца только перепелиные. Спустя время я поняла, что на вкусе это никак не сказывается. Муж в восторге от обычной помидоры, поэтому, не знаю, я просто уже делаю просто, быстро, вкусно, свои сухари, потом буду добавлять их, когда уже придем за стол, сядем, так они не размякнут раньше времени от соуса, поэтому буду делать постольку поскольку. Ну и колбаска, сырок, это все само собой. Девчонки, я пока что наготовилась. 2 часа ушло. Так, цезарь буду потом заправлять. Этот уже готов. И нарезочку сделала. Еще нам нужно хлебушка нарезать, но это потом перед выходом. Этот салат тоже буду заправлять перед выходом. Все, девчонки, мы выдвигаемся уже. Сейчас пойдем встречать. Вот, на самом деле, знаете, как получилось? А еще у меня такой хрен, смотрите. Да. О, классный.
Девчонки, знаете, как получилось, что он... Ну, подожди, Юр. Он уехал, получается, у нас в понедельник в 2 часа утра, а приехал он в пятницу уже, вот, вечер. Вот, и получается так, что ни дети не соскучились, на самом деле, у нас такие сумбурные. Я соскучился! Соскучился? Угу. Но Максим не соскучился, вообще у меня такое чувство, как будто он и не понял, что отца не было. Вот, я не соскучилась, он там был занят все время, и как-то, знаете, вот эти 5 дней пролетели вообще за один день, считай, и никто не успел друг по другу соскучиться. Я уверена, что и он там был занят, тоже не особо соскучился, но вот какое-то время... Хотя бы провели раздельно, потому что, вы знаете, когда долго встречаешься, долго живешь вместе, мы там 10 лет уже вместе, сейчас будет у нас осенью, вот, 5 лет как женаты будет, или сколько у нас, ну да, 5 лет как женаты, 10 лет как вместе, и получается, что мы уже друг от друга просто устали, мы уже видеть друг друга не можем. И ты тоже. И получается, нужно хоть немножечко это отстраниться и пожить самим для себя по раздельности. И я считаю, что даже я рада, что так получилось. Вот, а теперь будем встречать. Он приедет к нам уже совсем скоро. У нас еще, девчонки, не наступила ночь. Мы пойдем где-то часов в 8 вечера. У нас там как раз осталось полчаса. Сейчас мы соберемся вместе и пойдем. И вот здесь будет такой... маленький сюрпризик, вот, девчонки. Так что на этом сегодня я с вами, наверное, буду прощаться. Всех обнимаю, всех целую. Юрка тут очень сильно хочет сюда. Вот, и будем прощаться. Всех обнимаю, всех целую. Вы же забыли про хамелеона. Хамелеон, да. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. А сейчас я все-таки это не конец решила вам ставить, как я развешу вечером белье, а потом вместе с вами покажу, что все-таки мы на выходных выбрались один денечек, один разочек. Была просто прекрасная погода, выбрались на прудик на наш маленький с детишками. Это было очень круто, потому что я только в начале видео говорила о том, что хотела куда-нибудь отдохнуть, и все-таки я туда попала. Дети очень хорошо отдохнули, мы немножечко покупались, но больше, конечно же, я пришла просто насладиться тишиной, спокойствием, уютом и все, просто отвлечься, отключить голову, поэтому, возможно, какие-то дни меня не было, и это только потому, что хочется время проводить с семьей тоже, поэтому вы не серчайте, не обижайтесь, но иногда все-таки семья для меня оказывается немножко дороже, и я все-таки пытаюсь время провести по максимуму именно с семьей. Вам я хочу пожелать отличного настроения, чтобы у вас все получалось, чтобы вас не обманывали, чтобы у вас всегда все было хорошо, чтобы вы шли только вперед. А если вы устали, остановитесь, выдохните и просто перезагрузитесь, наберите сил перед следующим рывком, потому что я считаю, что это просто необходимо. Человек, конечно, может работать круглые сутки абсолютно без перерыва, но после этого его ждет все-таки огромный ступор, огромное истощение, поэтому я для... Знаете, как чаша весов, я все-таки пытаюсь соблюсти этот баланс. Кстати, переделала ногти, наконец-таки, потому что тот у меня маникюр сильно отрос. И хочу вам пожелать всего самого хорошего, всего самого доброго. Живите с миром и всем до новых встреч. Всем пока-пока.